убью тебя. Господи, Сереж, что с тобой? Боже, Сереж, что с тобой? Сереж, очнись. Сереж. О, Господи, Настя, что со мной? Че творим? Про меня зовут Саргеонес и просрал уже, просто срал уже. Подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme Банде. Самая сильная банда на ютубе, ведь предрыв Supreme Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme Банде. Самая сильная банда на ютубе, между прочим, бандит. Я бросил у нас непростые видео, потому что сегодня банда. Я смешаю все свои зелья из Даркнета, которые только у меня есть. А поверьте, банда, у меня их очень много. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Добро, и вот все мои зелья из Даркнета. Господи, банда, просто посмотрите на это. Зелье любви, то, которое мы уже использовали. Зелье оборотня. Да, вот это самое жуткое зелье, которое, наверное, здесь. Если посмотреть, там в середине какая-то странная штука. Никогда раньше такого не видел. Это похоже на кукурузу или что-то типа того. Окей, дальше у нас банда есть зелье скорости, с которой мы уже знакомы, ведь правда, как я быстро бегал. Также, банда, у нас появилось новое зелье. Зелье телепортации. Я никогда еще такого не видел. И также, банда, появилось очень интересное зелье, которое я позже попробую использовать. Зелье оживление. Да, то есть можем это зелье залить в игрушку или еще что-то, и оно должно ожить. Просто жесть, Supreme Банда. Давайте на это видео берем 1000 лайков. Ведь Supreme Банда, мы самая сильная банда на ютубе. А как у самой сильной банды на ютубе может быть самое меньшее количество лайков? Да никак. Самая сильная банда на ютубе должна подтверждать свой статус. Именно поэтому, бандит, опускайся ниже, став свой царский лайк. 10 000 лайков, Supreme Банда. И я беру, наливаю это зелье в какую-то игрушку и оживляю ее. Просто жесть, банда. Окей, также у нас еще есть зелье призрака. Непонятно, что это нарисовано, но это зелье призрака полностью белое, как молоко. Только вот это не молоко, я так думаю. Окей, банда, зелье призрака. Банда, самое жуткое зелье, которое вообще даже не подписано. Зелье демона. Самое опасное, самое кровожадное зелье. Просто посмотрите, какое оно необычное. Смотрите, банда, оно в двух колбочках. Вот одна, вот вторая. И здесь обычная вода или что-то типа того, а в середине черная. Просто посмотрите на это. Это просто жесть, Supreme Банда. И сегодня самое жуткое то, что все эти зелья попробую смешать. Думаю, будет что-то невероятное, банда. Окей, банда, все эти зелья мы смешаем вот этот вот цилиндр. Как видите, здесь даже какие-то отметки. Нет, это не важно, я просто все зелья возьму сюда вылью. Окей, банда, но мы не знаем, какие будут последствия этих зелий. Возможно, я просто умру. Или же со мной начнут происходить самые невероятные вещи. Именно поэтому, банда, для этого случая у нас есть специальные вещи. О, просто посмотрите, у нас здесь огромная бита. Если вдруг меня вселится демон, то у нас сразу сможет меня вырубить. Окей, также на всякий случай хрест. Ну, демон и все такое, потому что я самое больше боюсь зелья демона. Кто знает, что может быть там. Даже наш же привычный обычный нож. Давай пришло время уже его изменить, то он уже свое отжил. Окей, а также скотч, чтобы меня связать. Связывать Настя меня будет в коридоре. Надеюсь, я просто вырублюсь, и Настя меня свяжет. Окей, банда, где-то здесь Настя меня привяжет. Ой, тут пыльно. Давай, работай, работай. Вон пропустил. Там. Окей, банда, вот здесь, вот, если что, Настя меня привяжет. Вот так я буду сидеть. И если вдруг со мной будет происходить самые нереальные вещи, зелья там демона. Погнали, банда, ждем 3 часа ночи и смешиваем все зелья. Встретимся ночью. Окей, банда, 3 часа ночи, погнали. О, понеслась, банда, не знаю, что сплутся, но мне реально страшно. Начнем мы, наверное, из зелья любви. Окей. Оно пахнет сладеньким, знаешь, вчера оно пахло не так хорошо. Выливаем немного, чтобы все вместили зелье. Вот так вот. Думаю, этого нам хватит. Окей, банда, наверное, дальше мы используем зелье оборотня. Если даже не знаю, как оно пахнет, очень интересно унюхать. О, пахнет оно так себе, я вам скажу, понюхай. Да, пахнет реально так себе. Окей, банда, ну реально пахнет так себе. Тем не менее, мы немного наливаем, смотрите. О, да, думаю, этого будет достаточно. Уже начало смешиваться зелье, просто жесть, банда. Так, ну что ж, дальше на зелье гея. Я думаю, поняли, как я превращался в гея. Это было просто жесть, банда. Окей, просто открываем. Вы помните, как выглядит зелье гея? Сверху желтое, а снизу прозрачное. Просто посмотрите, банда. Это необычное зелье, как мы раньше привыкли. Давайте это выльем. О, да, вот так вот полностью все зелье гея. Посмотрите, оно начало так же самое работать. Сверху теперь желтое, снизу красное. Просто жесть, Supreme Банда, окей. А зелье скорости. Окей, немного вылили, чтобы уже точно бегать быстро. Что ж, готово. И зелье телепортации, которое никогда не использовал. Я вообще его впервые в жизни вижу. Тем не менее, мы сейчас попробуем это сделать. Но знаете, оно безвкусное, вообще никак не пахнет. Окей, добавляем немного. Просто жесть, Supreme Банда, посмотрите, какой уже цвет у нашего зелья, о господи. И, собственно, зелье возрождения. Мы нальем его много, чтобы если вдруг что-то произойдет не так, я смог сразу же возродиться, окей. О, черт, думаю, этого будет достаточно. Посмотрите теперь, как это все вы. Просто жесть, Supreme Банда. Что, следующее у нас идет по счету зелье призрака, предпоследнее зелье. О, господи, это просто жесть, банда. И самые опасные зелья, зелья демона, черт. Просто посмотрите на это. Что-то прозрачное и в середине зелья. Господи, это просто жесть, банда. Вы это видите? Оно полностью черное. Я хочу добавить всего лишь каплю, а то иначе это будет слишком опасно и смертельно. Всего лишь каплю. Хватит. О, господи, банда, зелье готово, посмотрите. Мы смешали все зелья из Даркнета, которые у меня были. О, да, банда, посмотрите, как же это странно выглядит. Просто все какое-то такое светло-зеленое. Здесь куча зелий смешано. О, господи, банда, это реально очень сильно воняет, ты не хочешь понюхать? Нет, спасибо. Да почему, понюхай? Нет, нет, я не хочу. О, может, лучше ты его выпьешь, слушай, давай ты. Давай, Настя, да почему? Ты же знаешь, у меня
слабая печень. В смысле? Меня тошнит сразу же. Не надо, не надо. У меня серьезно слабая печень. Ну, ты же знаешь, Сереж. Окей, для начала мы возьмем все это, скотч, все это и отнесем к стульчику, чтобы, если что, Настя меня сразу же могла привязать. Потому что зелье демона может реально выйти под контроль. Хотя мы добавили всего лишь одну каплю, это реально очень опасно. Окей, банда, ну что, с Богом, погнали. Посмотри, там что-то плавает, господи, банда, вы это видите? Это реально очень странное зелье какое-то. Окей, банда, погнали. Просто жесть. Это просто жесть, банда, фу. О, господи. Это просто жесть, блин, банда, это зелье реально очень невкусное. Оно прям будет, просто жесть, банда. Фу, банда, это просто жесть. А, почему-то глаза печет. О, господи, это просто жесть. Что с тобой? Я не знаю. Ты как? Сереж, что с тобой? Сереж! Сереж, очнись! Сережа! Сереж! Сережа! О, черт! Вы это видели, суприпад? Это просто жесть! Зелье начало действовать! Я только что это увидел! Господи, Настя, ты это видела? Я видела, ты упал и все! Это просто жесть! Ты не видела то, что было основное! Господи, суприпад, это реально было жестко на камеру! Это просто жесть! Что это зелье только со мной делает? Черт! О, господи, у меня прям это не угадывается в голове! Мы реально намешали все зелья! Сережа! Сереж, что с тобой? Сережа! Сереж, где он делся? Вы видели? Он просто пропал! Сережа! Сереж, ты где? Это просто жесть! Я не могу его найти! Где он делся? О, господи! Что это? О, господи, что это? Сережа, это ты? Что это такое быстрое, Сереж? Господи, Супримбада, ну и где он? Я не могу его найти! Что делать? Сами посмотрите! Его здесь нет! Вообще нигде! Что? Что это было? Я что-то слышала. Сереж. Нет. Что нет? Не подходи. Почему? Нет. Сереж, почему? Я хочу убивать. Что? Нет. Сереж, что с тобой? Стой там на месте. Я убью тебя. О, господи, Сереж, что с тобой? Ай! Господи, это просто жесть. Я не понимаю, что происходит. Мне очень больно. Глаза болят. Я не знаю, я просто не чувствую себя, это как будто не я. Чем мне тебе помочь, Сереж? Что мне делать? О, господи, что это было? Вы видели? Где Сережа? Где он делся вообще? Черт, его здесь нету. Где он делся? Я не знаю, куда делся Сережа вообще. Он пропал. Где он делся? Его здесь нет. Вот, видите, капец. Это просто жесть. Я не знаю, что мне делать. Куда он вообще делся? Нужно что-то взять из этого. Это неэффективно. Возьму это. Я вон спрячусь туда. Нужно тише говорить, а то он меня спалит. Я надеюсь, он придет сюда. Супримбанда, вы видели, что с ним было? Это жесть, капец. Я надеюсь, он вообще придет сюда. Блин, мне очень страшно. Я волнуюсь. Вы слышите? Он идет сюда. Тише, тише. О, господи. О боже, я его вырубила. Нужно его связать. Супримбанда, я сейчас его свяжу и встретимся через секунду. Супримбанда, я его связала. Смотрите. И это же может быть не Сережа вообще. Сережа, очнись. Блин, я боюсь. Сестренка, как дела? Привет. А? Что с моими ногтями? А черт, где они, сестренка? А, господи, это просто жесть! Почему мне этого нету, сестренка? Что моя связана, сестренка? Что с тобой, Сереж? Это, наверное, была зелегия. Сереж? Ну ты как? О, Настя, привет. Ты сегодня такая красивая. Ты чего? В смысле чего? Может быть, проведем этот вечер вместе, м? О, господи, Сережа! Что? Поняла. Да. Зелье любви. Сереж, интересно, что будет дальше? Привет. Привет, Настя. А почему я связан? Просто так. А? Играем. Настя, тут такое дело. Что? Помнишь, 9 лет назад тебе кто-то 5 гривен украл? Ну? Это был я. Ты чего? К чему это вообще? О, господи, похоже, зелье смешалось и получилось зелье правды. Сереж? Настя, что было? Это уже я! Черт! Честно ты? Да! Господи, пойди возьми крест, чтобы выгнать демона! Это просто жесть! Быстрее иди! Хорошо, сейчас! Возьми крест, чтобы выгнать демона! Так, крест! А, я думала, это будет неэффективно. Так, Сереж! Где Сережа? Сереж, ты где делся? Супримбанда, его здесь нет! Сережа! О, господи, Настя, что за мной? Зелье возрождения.